Добрый день! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я буду готовить сырный салат. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Для начала я возьму 5 куриных яиц, залью их прохладной водой, поставлю на огонь, доведу до кипения и буду варить 10 минут. После этого их нужно будет достать из воды и остудить. Отправляю яйца вариться. А тем временем я беру где-то 450 грамм голландского сыра. Беру терочку и натираю сыр на крупную терку. Вот так вот. Затем я беру где-то 200 грамм майонеза, беру 2 зубчика чеснока, чеснокодавку и выдавливаю чеснок прямо в майонез. Вот так вот, один. И второй. И тщательно перемешиваем. Вот так вот. Также нужно нарезать меленько петрушку. Беру небольшой пучок и нарезаю. Чем меньше, тем лучше. Готово. А тем временем яйца сварились. Я их быстро остудил с помощью холодной воды, и теперь осталось их почистить. Приступим. Есть, почистил, и теперь я натру их на точно такую же терку, как и сыр. Есть, сделано. Теперь я смешиваю яйца с сыром. Слегка перемешаю. Вот так вот. И беру майонез с чесноком и выкладываю сверху. Теперь перемешиваю все это с майонезом. Есть, размешал. Подровняю слегка. И накрою крышкой, поставлю в холодильник где-то на час настояться. Прошел час, салат настоялся, и теперь можно подавать его на стол. Подавать можно несколькими способами. Можно просто наложить в салатник, а можно сделать так, как делаю я. Я беру песочную тарталетку и накладываю сюда салат. Вот так вот. Либо же еще один вариант. Я беру небольшой вафельный корж и намазываю его как бутерброд. В обоих случаях сочетание получается очень вкусное. И теперь в самом конце мы украсим наше блюдо нарезанной петрушкой. Вот такая вот красивенькая, вкусненькая закуска у меня получилась. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. До скорой встречи в следующих видео. Пока!